Установить новый рекорд студенческих игр, но остаться за призовой чертой. Возможно и такое в дисциплине тяжелой атлетики на Универсиаде 2013. Россиянка Диана Ахметова в рывке задала высокую планку уже на первом подходе. Центнер железа для других конкурентов оказался неподъемным грузом. Более того, со второй попытки наша соотечественница смогла переписать рекорд Универсиады. Впрочем, он продержался меньше минуты. Уже на третьем заключительном выходе под шквал бурных аплодисментов Диана взяла вес 105 килограммов, захватив абсолютное лидерство в Дейбрюе. Впрочем, победа в этой дисциплине присуждается по сумме двух результатов. В толчке Ахметова дважды не смогла осилить 124 килограмма, в то время как ее азиатские конкурентки вышли на авансцену к завершению соревновательного вечера, забив куда больший вес, и в итоге совладали со штангой. Все равно очень обидно. То, что так получилось в толчке. Мне просто нечего добавить, нечего сказать. Сил даже нет. Просто хочешь сейчас душ, лечь и ни о чем не думать просто.